Спасибо. Спасибо большое. Вы отдохнули. Мы продолжаем. Судя по вашим светлым лицам, все замечательно. Как утро поверившего в себя человека. Именно так и есть. У нас за кулисами полная эйфория. Денис пришел с известием 2.0. Вы понимаете, да? На каком градусе вдохновение сегодня будет звучать терзаемый рояль. Но вот за этими легкими словами, честно говоря, я пытаюсь скрыть приступ замечательного волнения, которым я заразился у дебютного дуэта. Эти музыканты действительно вот сегодня, можно сказать, встретились для того, чтобы представить на ваш вкус концерт для двух скрипок. В руках у этих музыкантов два изумительных инструмента. Это очень важный момент. Это Страдивари. И у Владимира Теодоровича Спивакова Страдивари 1713 года. Спасибо. А у участницы конкурса Чайковского, за которую, я подозреваю, очень многие болели в этом зале, Клары Джумикан, тоже Страдивари, с замечательным прозвищем «Экс-Штраус» 1708 года. Здесь она его обогнала. Иоганн Себастьян Бах, концерт для двух скрипок с оркестром, ре минор. Клара Джумикан, Владимир Спиваков.
Владимир Спиваков.